Здорово, друзья, и доброе утро, друзья. С вами Ник 86. В общем, ребята, сразу к делу. Переходим к делу. Здесь есть датчик сцепления, и его нужно иногда калибровать из-за того, что фиксация не справляется. Вот. И калибровка там нарушается. И мозги думают, например, то, что там сцепление недожатое, либо пережатое. Вот. И двигатель начинает тупить. И как вы замечали на Весте, вы трогаетесь, и как будто колодки держат передние колеса некоторое время, ну где-то секунду. Снимается он очень просто. Поворачивается против часовой стрелки и вытаскивается на себя. Потом нажимается там на фиксатор. Вот да, тут все нарушено. Так, пока мы не будем снимать его, мы просто сейчас выставим 4 деления и с вами прокатимся. Поймем, получился какой толк или нет, а потом мы это все зафиксируем. Так, тут уже делениями и не пахнет нифига. Прям по максимуму он вдавился. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Смотрите, вот 4 деления. И так вот нам нужно потом зафиксировать. Но сейчас мы прокатимся, посмотрим, есть ли толк. Смотрим, все на месте. Да, его еще видно отсюда. Шток выдвинулся больше. И вот так вот он работает. В общем, ребята, есть плюсы. Смотрите, вот сейчас я остановлюсь. Вот. И включу первую передачу. На газ не нажимаю. Начинает трогаться, и все нормально. Она очень плавно трогается. Без всякого закусывания. Ну и также с нуля трогаешься, и такого эффекта нет, то что как будто передние колодки поджимают. Нужно колхозить, нужно зафиксировать там фиксатор, чтобы больше такого не было. Ну что, ребята, смотрите, всего лишь была одна поездка, и вместо 4 фиксаторов уже здесь 3. Всего лишь одна маленькая поездка. Ну что, снимаем вот этот шток, берем кемлики обжимные. Берем кемлики. Ну что, ребята, снимаем вот этот шток. Берем обжимные кемлики. Фиксируем именно на 4 граней. И вставляем. И дальше он никуда не уйдет. На камеру покажу то, что ничего страшного. Его можно просто снять. Реально ничего страшного не будет. Берем термосадку, которая мне не подходит. Надо было мне все-таки широкенькую взять. Блинский. Термоусадочка. Надо было большую брать. Сейчас что-нибудь заколхозим, ребята. Смотрите, сделал лучше, как по заводу. Нашел колпачок. Это пыльник для суппорта тормозного. В общем, этот пыльник закрывает прокачку. Вот, в общем, нашел, он сюда идеально подходит и по размеру идеально подходит. Доставься ты, что ли. Ну что, ребята, смотрите, вот так все замутил. Ну что, ребята, смотрите, наклеил тут изоленты, прям хороший слой. Ту херню не стал ставить из-за того, что она там клинила. Потому что здесь еще должно войти внутрь. Кстати, сейчас еще одна Веста подъехала, универсал, новая. Я туда залез, и все было то же самое. Шток был провальный, и машина дергалась. Смотрите, все поставил. Вот так все работает. Ну и все. Ну все, ребята, всем удачи и пока.